Здравствуйте. Это мой сын Артем. 4 годика его. У нас у ребенка органическое поражение головного мозга. 5-й уровень. Он тяжеленький. У нас проблема в том, что систематическая двигательная реабилитация его надо. Войтотерапия, боботерапия, кинезотерапия, ипотерапия, бассейны. И вот не 1 месяц, не 2 месяца, а систематически нам надо лечение нам, чтобы ребенка облегчить жизнь. Мы тоже, родители, сколько можем, делаем для него, но у нас возможностей мало. Я хотела обратиться к добрым людям по возможности. Помогите нам, пожалуйста, чтобы у ребенка облегчить страдания. У него мышцы сокращаются 4 годика. У нас подвыдох из 2 сторон. Нам потом операция понадобится. Но сейчас мы свой аппарат одеваем. Пока нам сказали не надо. Но временем надо будет обязательно операция. Я хотела обратиться к добрым людям. Помогите нам, пожалуйста, чтобы вот систематически реабилитациями могли ребенка обеспечить. Бассейн, ипотерапия и все, что нам рекомендовано врачами. Мы хотим обратиться к добрым людям за помощью. Спасибо вам большое.